власти. Только не пой против геев, нацистов, исламистов, не мы евреев. Иначе будешь обвинен в разжигании ненависти. Ты можешь петь о чем угодно, если ты заработал миллионы. А если нет, то сиди и слушай Лепса и Михайлова. Ты самый лучший человек на свете. У тебя миллион друзей в интернете. Ты работаешь, спишь, бухаешь и жрешь. Твоя жизнь сложилась правильно. Ты можешь петь о чем угодно в этой стране свободной, в этом многополярном мире.